А сейчас у нас будет, наверное, теннис по собачьи. Вот так мы играем с теннисным мячиком. Вот так мы его забираем с лесенки. Аккуратненько, аккуратненько. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот мы забираем. Вот эти вот. Опа! Оп. И все. Теннисный мяч брошен в игру. Да, его можно... Возможно, мы потом в снегу не найдем. Но у нас еще куча теннисных мячиков. Я думаю, Татоша свои мячики в снегу не бросает. Он у нас настоящий друг. Настоящий друг. Настоящий друг. Сегодня, возможно, еще сюда придет его подружка Ника. Поэтому оставим немножко резерва памяти для этих съемок. Как они играют, это просто надо видеть. Меня можно не слушать.